Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Ну что, я зашел пораньше для того, чтобы сделать вот это вот событие. Денежная борьба, нам не хватает последней победы, поэтому сразу начну с нее. Так, Индоминус Рекс. Ну что, против него я возьму сразу же Диплотатора. Против Крутозавра я возьму Птеродактиля. И против Глитронакса я возьму Нондагозавра. А теперь давай посмотрим, кто кого. Эту серию, ребята, я не буду выпускать отдельно. Я потом сыграю вечернюю игру и объединю вот эту серию, да, с будущей, которая будет вечером. Потому что, ну, что тут ради 10 минут выкладывать, я думаю, не стоит. Так, ладно, начнем, пожалуй, потихонечку. И начну я вот так вот, с атаки. На тебе, на 876. Как тебе, а? Индоминус Рекс. Все коленочки дрожат, я смотрю, да? Труханул, малька? Ты думаешь, тебе Крутозавр твой поможет? Сейчас мой... Хотя... Хотя... Ну, давай я сделаю вот так вот. Сделаю так и возьму, пожалуй, наверное, защиту. Угу. Сразу испугается, поверь мне, сразу будет менять. Хе-хе, и меняет, конечно. Берет Индоминуса Рекса. А чё ж ты не стал атаковать-то, а, Рексик? Что не так, я не могу понять. Мы сделаем с тобой попроще. Раз. Два. И вот так. Упс, ребята, сейчас будет, по-моему, очень-очень больно. Так и есть, он вырубил меня. Это, конечно, не очень хорошо, но, тем не менее, мы сейчас его уничтожим. Раз, два. Угу. Раз, два. И защиту. В топку Индоминуса. Туда ему и дорожка. Ну что, давай вызывай своего Крутозавра несчастного. Будем сейчас с ним тоже разбираться. Фу. Прописал, гадюныш, посмотри, а. Ну что же, 421, да, у нас получается. Этого нам за глаза и за уши. Раз, два, и вот так вот влупляем, друзья. Ну и выходит последний Аголит Ранакс. 282 атаки у него. Ну что я тебе скажу, по-моему, парнишка доигрался. Проверим. Да, нам хватит его уничтожить. Все, ребят. Я сказал, что я смогу здесь победить. И я победил. Почему вчера не смог победить? Ну, потому что не было, ребят. Не хватало у меня динозавров. А так, динобаксы. Отлично. Плюс очки доверия. 65 штук. Как-то вот так вот. И что у нас здесь? Еще и дынка. Плюс у нас тут. Прошла эволюция или нет? Эволюция не завершена. Продолжаю эволюционировать. А здесь у нас кто? Спинозавр. Так. Поместить. И Тирана-Титан, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Тирана-Титан, собственно, персоны. Вот как-то так. Соберу, наверное, я по-быренькому монетки с деньгами. У нас как бы напряженка. Причем такая довольно конкретная напряженка. Деньги нам нужны. В общем, событий пока никаких нет, ребят. Естественно, вечером будет откат. Возможно, если я... Я на самом деле еще не спал, прикинь. Всю ночь прошоркался. Играл в игры. Арчвейл играл, ребята. В Ноубоди играл, новая игра. Она, естественно, выходит на втором канале. Кому интересно, может заходить и смотреть. Довольно неплохая рисованная мультяшная РПГшка. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Ну как закругляться? В общем, увидимся уже позже. Ну что, начнем, пожалуй, с того, что заберем наши награды.
Примите участие в PvP. Так, открыть наборы карточек. Почему-то у меня две открылось, а не три. Потратьте еду. Совершите сделку. Так, давай-ка мы, наверное, сделку быстренько с тобой совершим. Так, смотровая площадка. С удовольствием поменяю. У меня их дофигища, поэтому могу себе позволить. Так, это я, наверное, оставлю. Монеты менять на еду я не хочу. Очки доверия на ДНК тоже не хочу. Баксы. Солнечная теплица. Прикольная штука, конечно, ребята, но у меня нет столько денег. Здесь я тоже не хочу брать доисторический парк. Кровожадность. У меня их 11 карточек. Давай поменяем, наверное. Ну, в принципе, пока и все. Вот здесь только, наверное, нам надо еще. А что я могу сделать? Ну, например, водоплавающий, да, грубо говоря. Поменять, например, геозавра. Ну, давай геозавра. На что? На очки доверия или на баксы? Давай на баксы. $25. Да фиг с ним, пускай будет. Все. Задание мы с тобой это сделали. Так, теперь меня, знаешь, что интересует? Инкубаторы, подожди-ка, подожди-ка секунду. Эволюция произойдет или нет? Да вы серьезно, что ли? Вы издеваетесь просто-напросто. Просто издеваетесь надо мной. Так долго все это идет. Так, нам нужно, наверное, еще успеть сделать три ускорения. Давай начнем, наверное, отсюда. Ускорить бесплатно. Ну давай, 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 все поместили. И еще разок. Так, аргентинозавр. Забрать. Тоже его помещаем. И последнее ускорение. Ну давай, 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 выводись. Забираем. Так, все, задание выполнили. Забираем с тобой награды. Вот я не знаю, как мне... Ну, три мода-то ладно собрать, а вот как мне потратить еду теперь? Хотя, если на прокачку только... Да, на прокачку динозавров, в принципе, можно потратить. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас по событиям. Визит важной персоны, схватка редких. Так, водная волна. А что у нас за водная волна? Ага. Бегство победить. 9 противников. Блин, и это три волны. Ладно, давай попробуем. Давай попробуем. Я возьму, наверное, начну. Так. Гигантский артакон. Ромалиозавр, наверное. Или, подожди, архелон. И плезиозавр. Попробуем вот такой командой поразить противников. Так, ну тут начало неплохое. Бакулита мы с тобой бомбим сразу же. На тебе. Так, выходит Паратостега, да? А, это Псифодерма. Что-то я попутал. Это Псифодерма. Я так и понял, что она ходить не будет. А мы тогда сходим. Вот что делает. Ладно. Опять не ходит, да? Ты сейчас серьезно, что ли? Слушай, она меня уже достала, если честно. Раз, два, три. Раз, раз. Вот так сделаем. На! Да выеживалась. Так, ну что, у нас выходит следующий. Это Геликоприо. 197 к атаке. Ох, сейчас он вжарит. Ты глянь-ка. Он ничего не стал делать. Берем с тобой тогда Архелона. Берем Архелона. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Так, посмотрим. 7 очков действий. Он сливает 5. 2 у него остается. Ну что, я предлагаю, наверное, сделать. Раз, два, три. Раз, два, вот так вот. Отлично.
Пошел ко дну Геликоприум и выходит следующий. Это Долихо Хоринхопс. Да. 111 к атаке у него. Так, против него кто эффективен? Вот кто. Артакон. Ну, раз Артакон так эффективен, значит, сделаем вот таким вот образом. Ну-ка. Что он сейчас предпримет? Угу. Почти все слил. Это его дело, это его проблемы. Мне нужно сделать раз-два. Раз. Раз-два. Вот таким вот образом. Так, мы его вырубаем. И выходит Литсихтикс. Такс. 5 очков действий. Опять начинает копить. Опять он начинает копить. Мы тогда сделаем с тобой так. Раз, два, три. Раз, два. Ну и, естественно, выжидаем. 7. Сколько он будет сливать? 4. Так, 3 очка действия у него остается, верно? Верно. Значит, нам нужно с тобой сделать 4 атаки и 2 защиты. Ну вот. Как я и говорил, нормально. О, как так-то? Твою дивизию. На одной хпшке, ребята, мы его, блин, не добили. Что же мне тогда сделать, а? Так, а там потом Кронозав этот выходит, да? Так, нам понадобится тогда вот этот вот парень. Рискну, ребят. Я. Рискую, начал с успехом. Ну что, Кронозавр уходит. 6 очков действий у него. И он все сливает, прикинь. Вот это жесть. Да, друзья мои, это было жестко. И неожиданно. По крайней мере для меня. Леоповридон. Ничегошеньки не стал делать, да? Ханыга ты несчастный. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Попробуем так. Угу. Крышка тебе. Так, ну что, выходит Стиксозавр. Я думаю, с ним мы разберемся. Отлично, отлично делает. Так, у него остается 2 очка действия, да? Так, против... блин, у меня нет такого. Твою налево. Придется меняться. Придется нам с тобой поменяться. 2 очка действия у него оставалось, да? Сейчас попробуем. Так, я его вырубаю. Твою дивизию, да как так-то? Ну как так-то? Ну ё-моё, ну... Ну серьезно, а? Раз, два, три. Раз, вот так вот попробуем. Да, тут я его ушатываю. И выходит Простостега. 200 очков к атаке. 6 очков действий. 4 он тратит. 2 у него остается. Крышка, короче, ему, ребят. Все, мы его завалили. Фух. Да, напряженные бои, на самом деле. Вот это все рассчитать нужно. Сложновато. Но первый поединок мы с тобой выиграли. Поэтому переходим смело на второй. Погнали. Так, здесь у нас тоже будут противники. Не знаю, правда, какие. Возьмем Артакантуса, Ромализавра. И вот этого, ну, по-любому нужно брать. Поехали. Надеюсь, и здесь у нас получится все хорошо. Опа. Прогнатодон.
Прогнатодон. Меняемся. Так, что же он будет делать? Ну, атаковать он явно не сможет, не захочет. Давай влепим. Отлично. Вырубили. Так, выходит у нас Геозавр. О-ля-ля, ничего себе, три атаки. Он делает мне две. Одну оставляет в запасе. Одну оставляет в запасе. Короче, погнали. Вырубаем. И выходит Геликоприон. Потом идет у него там, видимо, Бакулит. Как же мне нравится мой, а? Ромулеозавр, ты посмотри. Так, он слил, по-моему, все, да? Он же две атаки слил. Раз, два. Слушай, а у нас против Бакулита... Ага. Раз, два, вот так сделаем. Этого в топку. 192 к атаке. Две защиты я взял. У него есть шанс пробить. Но он этого не стал делать. Он этого делать не стал. Раз, два. Попробуем сейчас посмотреть, что он предпримет. Так, 6 очков действий у него. 3 потратил, 3 остается, да? 3 остается. То есть это мне нужно вмазать ему на 4, получается. Вмазать ему на 4. Таким образом я не пробью. Раз, два, три, четыре. И защиту возьмем. Ага. Да что ты будешь делать-то, ё-моё, блин. Ладно, ждем, друзья. Опять он начинает копить. Раз, два. Раз, два. Вот так вот я возьму. Так, 6 очков действий, да, у тебя? Сколько будешь сливать? 4. 2 очка действий он себе оставил. Ну, здесь все понятно, да? Берем Ромулеозавра. 2 очка действий он себе оставил. Не знаю, ребят, сколько там он потратит. Раз, два, три. Раз, два. А мне нужно сделать вот так. Вырубаем. Так, и выползает у нас Плезиозавр. Ну, естественно, он ходить не хочет и не будет. Против Докозавра. Кто у нас хорошо идет против Докозавра? Угу. Тогда сделаем следующим образом. Раз, два. Раз, два. Будем копить. Сейчас у него опять 6 очков действий. Сколько он сливать будет? 4. 2 очка действий он себе оставил, верно? Значит, так, 2 очка действий он себе оставил. Против Докозавра вот это идет. Ну, в принципе, да, у нас тут получится нормально. 4 он оставил себе, значит... Точнее, 2 оставил, да? Раз, два, три, 4. И защиту я возьму. Так, этого в топку. И вылазит Докозавр. 96 к атаке. Может пробить, ребята. А, не-не-не, не получится. Так, а здесь-то еще следующий. Там-то кто? Как его-то брать? Его брать лучше через Артакандуса. Что если я сделаю вот так вот? Ну, прикроюсь. Опять 6 очков действий, да? Ага. 2 очка действия он оставил себе. То есть нам нужно сделать 3 удара. Раз, два, три. И на всякий случай возьмем защиту.
Вырубаем. Лео Плевродон вылез, вылупился. 63 атаки у него. Так, ну что, здесь, наверное, мы сделаем немножко по-другому. Раз-два, раз-два. Будем так же делать. По две защиты и по два дополнительных очка действия. На 6 очках действия он обязательно атакует. Я уже это заметил. 2 очка действия он себе оставил. Значит, мне нужно ударить на 3. Раз, два, три. Раз, два, три. Так вот сделаем. В топку. И выходит у нас Протостега. И, кстати, последний тоже будет Лопушок. То есть у них классовая слабость против меня. Так что, ребята, все у нас будет хорошо. Влупляем. На тебе. Ну и выходит последний. Надо было, конечно, взять хотя бы одну защиту. Я что-то немножко тупанул. Сейчас у него 6 очков действий будет. Если он сейчас все сольет, он, скорее всего, победит меня здесь. А, нет. Ну тогда распрощаемся с ним. Все. Второй поединок мы с тобой, получается, выиграли. Причем довольно неплохо. Так, а вот кого нам выставлять на следующий бой? Ума не приложу. Артакантуса в любом случае нужно забирать. Так же, как и Ромалиозавра. Это основа основ. И вот этого тоже. Ну что, погнали, друзья. Последний у нас поединок. Тринакромерум. Хороший. Тринакромерум этот. Сразу его вырубаем. Угу. Так, Генрея выходит. Ух ты, атакует. Не побоялась, прикинь. Вырубаем ее. Ах ты, обманула меня. Я думал, она возьмет защиту одну. Не стала. Так, Ксифактин вышел. 176 к атаке. Неужели будет полный слив? Не полный. Сейчас я кое-что проверю, друзья мои. Так, у нас идет этот. Да, отлично. Тут можно потерпеть. Ну что, нам нужно сделать две атаки, да? Или сколько? Три атаки? Две, по-моему. Раз, два. И защита. Так, вырубаем, парни. У этого идет следующего классовая слабость. Тринакромерум. Мы, кстати, их двоих сейчас вынесем с тобой. Причем в легкую. Так, обычно они берут по две защиты, поэтому возьмем три атаки, одну бронь. Иди отсюда. Так, выходит Лео Плевродон. 63 к атаке. Ага. Хорошо, звезданул. Так, вот надо теперь смотреть, кто у нас идет против Мегалодона. Какой класс у нас идет. Ромалиозавр, да? Берем Ромалиозавра. Так, он сколько? 4 бомбануло или 3? Я уже не помню. Твою налево. Короче, сделаем с тобой. Давай все сольем. Да, правильно, я угадал. Но не пробил, к сожалению. Ему нет понту сейчас все это сливать. Раз, два, три. Бонус. Угу. Одну очку действий взял, да? Получается 5. Шикарно. 2 очка действий он себе сохранил. Значит, нам получается надо ударить, ну, приблизительно 3. И вот так вот. Шикарно. Вырубаем. И выползает Мегалодон. 86 к атаке, 297 хп. То есть этого Мегалодошу нам нужно вырубить. И еще следующего. Я думаю, что у нас все получится. Раз, два, три. Раз, раз. Шикарно.
Пошел ко дну. О, тут еще и этот. Вот эти два хорошие наживы для нас. Хорошо бомбанет. Хорошо, ребята, но он слил все почти, да? Почти все. Раз, два. Раз, два, раз. Иди ко дну. Мегалодоши. Ух, как хорошо. И геликоприум-то идет прям под моего рамлезаврика, а? Ты посмотри, стихийка-то. Так. Сделал полный слив, парень. Необдуманно он это сделал, если честно. Сделаем с тобой раз. Раз, два, три. И вот так. Иди ко дну тоже. Кайвике. И последний выходит. Это геликоприум. Тут все, ребята, элементарно просто. Просто я сейчас сделаю все в атаку. И ему кранты. Как-то так. В общем, не зря были потрачены наши доллары. Единственное, что надо посмотреть, какую мы награду получим все-таки. Птеранодон. Слушай, ну это же хорошо. Птеранодон у нас есть, но он не прокачанный, понимаешь? Так, давай-ка мы тогда сразу с тобой, наверное, поставим. Ну, здесь я сделаю вот так вот. А вот тут мы будем выводить уже птеранодона. Где же ты у нас? Вот он. Будет выводиться один день, 15 часов. Ну что, мы с тобой здесь забираем. Так, принять PvP участие, потратить. Так, моды. Давай с модами разберемся с тобой по-быстренькому. За деньги. Так, Чарли, давай что-нибудь путевое мне. А что тут может быть путевое, ребята? Это обычные моды. Увеличит урон на 15%. Следующий. Это самые обычные моды, они очень слабенькие, поэтому тут что-то искать такое сильное даже не стоит. И давай-ка мы, наверное, с тобой за еду. Да, ресурсики мои пострепались. 2 миллиона еды и 5,5 миллионов монет. Так, ну что, это задание мы выполнили. Забираем здесь награды. Так, принять ПВП. Поймать, ё-моё. Я забыл про него. Давай ловить. Ну, так, 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 отлично. Потрясающе, прям, понимаешь, потрясающе. Да, 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 дергайся, дергайся. Раз, два, три. Ну все, можно уже, в принципе, и заканчивать. Раз, два, три. Идеальная поимка. Так, 110 опыта и 2 ДНК на сарказуха. Так, что там опять, а? Что опять? Кто? Это же мод 2. Попробуем поймать. Мне кажется, будет сложно его сейчас поймать. Это же модификация. Но тут вроде более-менее. Тут тоже неплохо. Вот это бесява. Да что такое-то, блин? Не нравится, не нравится. Начинает злиться, видишь? Начинает наш тираннозавр злиться. И последний раунд. Поймали. Все. Так, сколько у нас там получается? 725 опыта и 5 ДНК на сарказуха. Замечательно. Ну, а мы с тобой идем дальше на события и смотрим. Визит важная персона, схватка редких. Пойдем-ка мы попробуем с тобой на схватку редких. Я знаю, ребята, что здесь особых призов ждать не стоит, но мне хочется чисто повоевать.
Возьмем Капразуха. Здесь возьмем Аэр Титана. А вот против спинозавра нам надо будет взять. А что нам нужно взять? Да ничего, мы, наверное, Капразуха так и оставим. Ну, можно вот этого взять на всякий случай. Да? Вот такого возьмем с тобой. Блин, я не уверен, Аэр Титан справится ли, а? Давай на всякий случай сделаем так. Пускай у нас будет две рептилии и один хищник. Ну что? Пожалуй, начну сразу с атаки. Велоцираптор. Сколько у него там? 106 к атаке, да? Так, он совсем, да? Обезумел. Так, ну что, мы его вырубаем, я так понимаю. И выходит Капразух. Капразух против Капразуха. У нас одинаковый с ним уровень. Единственное, что у меня здоровье уже пошатанное. И тут на помощь выходит Аэротитан. Сделаем вот так. Интересно, он будет меняться на спинозавра? Конечно, будет. Конечно, будет. Так, ну, спинозавра бомбить нам нет смысла, поэтому переключаемся опять же на Капразуха. Ну и здесь атакуем. Хорошо, ему влепили пощечину такую. Так, 5 очков действий. Интересно, будет сейчас бомбить или нет? Будет. Он же за это ответит, ребята, верно? Сполна. Ой, твою налево, я его не пробил. Неужели вырубит? Он даже так делает. А вот это была его огромная, ребята, ошибка. Это была его огромная ошибка. Поехали. Иди отсюда. Так, ну что же, спинозаврик. Все, друзья, ему крышка. Почему? Потому что у него остается всего 3 очка действия. Если он даже поставит себе защиту, у меня 4 очка действия и у него 7 хп. То есть тут 100% победа. Он, тем более, не стал даже прикрываться. Он не стал прикрываться, я не знаю, на что он там рассчитывал. На какое чудо, но этого чуда не произошло. И поэтому мы его запинали здесь. Ну что ж, мы тогда двигаемся дальше и смотрим. Кстати, у нас с тобой 5210 ДНК. Можно будет заказать этого. Скажи, я скажу. Ну, Дагозавра. Так, ну здесь все, ух ты. Аэротитан 31 уровня. Неплохо. Я беру здесь спинозавра. Против Аэротитана я возьму стегоцератопса. А вот против пастозуха. Вот против пастозуха можно, в принципе, взять тропиогоптера. Или же даже кетсу. Кетсу, наверное, будет даже получше. Погнали. Такс. Ничего себе, какой стегоцератопс мощный. А, так у него гибрид. Вот оно что, но все равно будем бомбить. Он возьмет, естественно, рептилию сейчас. Переключится. А я тебе... Ничего себе, пастозух бомбит. 530. А ну-ка, срочно кетсу. Защиту его ставим. Что, будет бомбить, что ли? Ты прикинь. Вот это фокус. Ну что же. Раз, два. Раз. Уничтожаем. Пастозуха.
Аэротитана, я так понимаю, мы с собой тоже уничтожим. Да выпендривается он тут. Меняет, а это тебе не поможет, что ты поменял. Сколько мне нужно ему прописать? Две атаки, как минимум, да? Сделаем вот так вот. И все сливаем. Ему крышка. Давай, Аэротитан, выползай. Мы с тобой не закончили еще. Два очка действия тебе по-любому придется потратить. Все, такой довольный. Я, естественно, сейчас пока ничего не буду делать. Хотя, почему не буду делать? Буду и сделаю. Вот и все. Вот и нет Аэротитана. И смеленько переходим с тобой на последний поединок. Значит так, анкилозавр, спинораптор и аэротитан. Значит, мы сделаем с тобой вот так вот. Велоцираптор, тропиогоптер и анкилодок. Ему сейчас не поздоровится. Ему сейчас не поздоровится. Начну с атаки сразу же. Что он будет делать? Естественно, брать хищника. Спинораптор. Такой тупой взгляд у этого спинораптора, если честно. Так, 708 хп у него, как ты видишь. Даже не знаю, что делать пока. Давай вот так вот попробуем. Ух, ничего себе. Три атаки, это плохо, если он... А, ну он если даже все сольет, не пробьет, по идее, да? Раз, два, три. Раз. Пять. Давай колись уже, а. Ты смотри, что творит, а. Ну что, ребят, я рискну. Неудачный риск. Неудачный, ребята. Шесть. Ну, три очка действия он себе сохранил, да? Сохранил. Три очка действия он себе сохранил. Значит, мы с тобой сделаем следующим образом. Меняем. И сливаем. Пошел, как говорится, прочь, да? 7 очков действий, друзья мои. 7. Он меня сейчас может просто... Он тратит 5. Ему этого хватит, да? Ему этого хватило. Он все там слил, что можно и нельзя. Давай вот так, на всякий случай. Че, неужели крышка нам? По-моему, да, друзья. По-моему, да. Все, запинали. Такого, конечно, я предвидеть не мог. Топовую команду просто разнесли в хлам. Ты прикинь, мою топовую команду разнесли в хламину здесь. И мне даже никак не сделать откат. По 6-7 часов ждать, это как бы... Долго? Кто там у нас опять выпендривается? Кто это? Рамфоринг, что ли? Выеживается там у нас на сковородке, как уж. Так, а без ограничений что тут у нас? Ага, Горгозавр, Велоцираптор и Акантостега. А, но здесь можно сделать Нондагозавр и Эдиоморфодон. В принципе, да. Плюс еще один Нондагозавр. Нет, лучше я возьму Диплотатора. Поехали. Здесь, по крайней мере, бесплатно. Ну что, Горгозавр,
Да, по атаке он неплох. Сразу влупим. Что он будет делать? Меняет. А Контастега? Ничего себе, Контастега, 843 к атаке, вы серьезно? Меняемся и берем защиту. Так, он меняется. Гаргозавра опять вернул. В принципе, мы можем его бомбануть сейчас. Раз, два, раз. Да, надо было все. Ладно, бог с ним. Сколько он потратит? Неужели все? Пробьет. Но он все слил. А вот как я буду Акантастегу бомбить, я пока ума не приложу. Вот скажи мне, как я буду Акантастегу бомбашить? М? Не знаешь, и вот я не знаю. Вот этого надо как-то бомбануть. Причем довольно хорошо. Я, наверное, сейчас попробую, ребята, все слить. Ну, по крайней мере, вот так вот сделать. Отлично, вырубаем. Так, Велоцираптор мод 2, да? Появляется. 160 к атаке. В принципе, ничего страшного нету. Если он поменяется, конечно, на Горгон... этого. Такс. У него там сколько? Я уже не помню, ребят, сколько он там себе ставил. Раз, два, три. Четыре. Вот так вот сделаем. А что, остальное все на Гаргозавра этого слили, что ли? О, фак. Это получается у него 6. 3 очка действия по-любому он сейчас потратит. Все, ему крышка. Он потратил больше, чем нужно. Здесь мы его бомбим. Иди отсюда. Не мешайся. Прекрасно. Но я бы, честно говоря, не подумал, что мы с тобой в схватке редких проиграем. А проиграли? Проиграли, друзья мои, в схватке редких. Я в шоке немножко. Тиранозавр, тиранозавр и птеродактиль. Зашибись. Команда Гуфи, блин. Так, беру, наверное, Раджастегу. Таника Лагриуса возьмем с тобой. И против птеродактиля кого взять-то нам? Верхозавра, что ли, возьмем? Ну, давай так и сделаем. Поехали. Так, тиранозавр против Раджастеги. А, блин, нельзя пропускать ход-то, по идее, да? По идее, да? Берем бонус. Ой, берем защиту. Угу. Защиту. Смотри, что творит, а? Защиту, говорю. Сейчас пробьет. Вот уж шлепок, а. Раз, два, раз, два. И он сейчас перекидывает все на этого, да? Я не знаю. Так, ну здесь-то ладно, мы побили. Но тиранозавр мод 2 еще есть. 557 к атаке.
О-хо-хо-хо-хо, все, ребят. Сушите весла, называется. Я офигею с этих бизонов, блин. Почему я не взял ни одного плавунца, скажи мне, рептилию? Короче, тут меня замяли, захомячили. Вот что я тебе могу сказать. Так, ребята, извините меня, 36-40 уровень тиранозавров. Это самый, ну, можно сказать, прокачанный. Самый последний, самый топовый. Ладно, попробуем, наверное, еще разок. Еще птеродактиль. Самый мощный, блин, из представителей летающей фауны, да, получается. Диплотатор, к примеру. Возьмем птеродактиля и тепиелозавра. Погнали. Сегодня, друзья мои, наверное, не успею пройти, но завтра я постараюсь допройти те самые события, которые у нас с тобой еще останутся. Так, влупим сразу же ему, гаденышу этому. На. Он пойдет плакать, сейчас будет вызывать птеродактиля. Поверь мне. А я тебе о чем? А я тебе о чем говорил? Так, ну что ж, берем мы тогда с тобой тоже топиалозавра. И, наверное, возьму защиту. Неужели пробьет? Пробьет, ребята. И глазом не моргнет, прикинь. И глазом не моргнет, пробил. Раз-два, раз. Так, до свидания. Ну и тиранозавры начались. Так, берем срочно нашего диплотатора. Раз-два, раз, вот так вот. 6 очков действий, 6. И он все сливает. Да вы серьезно, что ли, блин? Пипец, ребят. Все слил, прикинь, все свои очки действий. Что я могу сделать? Ну, сейчас я его ушатаю, это понятное дело. Раз, два. Так, все очки действий он слил. У него потом будет еще 4 очка действий, да? Погнали. Пошел отсюда. А у этого 612 к атаке. Я рискую, ребята. Я рискую. Отлично. Вырубаем. К сожалению, на последний поединок у нас с тобой не хватает динозавров. Но я думаю, что завтра обязательно допройдем. Так, ну а пока давай делать тогда остальные ежедневки. Ну ты видишь, да, здесь и здесь нам нужно допройти. Что там по ежедневкам? Так, потратить еду, использовать. Ага. Пойдем пвпшиться. Раз. Мамонт и Эриматерий. Так, это будет у нас первое. Битва в ПВП, плюс мы с тобой сразу сделаем еще одно задание. Надо будет хавчик потратить. Хавчик потратить на... Как можем? Ну, на прокачку. Эндрю Сарс. Попал очень хорошо, кстати. Так, он еще и первым ходит, да? Защиту возьмет. А, меняет. Динотерий. Такой молодой мамонт, скажем, да? Молодой мамонт вылез. Что, влупить, что ли, ему? Давай так вот сделаем. Сейчас опять поменяет. Возьмет, кого он возьмет? Эндрю Сарк, ага. Еще и бомбит. Просто оборзевший в корень, а?
просто оборзевший в корень. Добьем? Отлично. И отсюда. Мегистокурус. Такой же щегол. Так что не паникуем. Но он будет меняться, скорее всего. Естественно. Естественно, он будет меняться. Вызвал попандопол свое. Давай тоже возьмем мамонта. Че? Возьмем мамонта с тобой и... Вот так вот. Сейчас будет опять меняться. Давай, давай, меняйся на своего мегистокуруса. Ох ты, ох ты. Прикинь, все слил. Он просто взял и все слил. Ну давай, иди сюда. Пора его казнить. На тебе. Ну что? 4 очка действий. Что он будет делать? Будет убивать или нет? Ага. И 3 оставил себе про запас, да? Ну что, я рискну? Я так и думал. Я так, друзья, думал, но в любом случае ему не пробить. Даже если он все будет сливать, он максимум, ну, отнимет 600-700 очков. А у нас 1500 хп. Все, до свидания. Да, выпендривался. Так, ну что, одну ПВП-шку мы с тобой отыграли. Нужно еще 2. Там можно... А, водная не получится, да? Там у нас не хватает... Рыб. Прислюбители. Ну, естественно. Естественно, денежка. Что еще может мне выпасть? И еще разочек крутанем. И забираем 150 ДНК. Спасибо. Так, ну что, погнали тогда на следующий поединок. Да, в принципе, можно и здесь тоже отыграть. Возьмем Гастурниса, шерстистого носорога и Амфициона. И посмотрим, кто против нас. Твою дивизию, блин. Не самый лучший вариант мне достался, если честно. А другого варианта все равно не было, ребят. Ну что, он будет меняться на кого? На Дедикуруса, да? Поменялся. И атакует. Гастурнис, выходи. Так, а у нас... Ага. Ледяные, блин. Ледяные очень хорошо бьют этих, как звать-то, пустынники. Ну, естественно, меняется. Чего вот делать? Брать носорога. Раз-раз. Ну, давай попробуем таким вот образом. Что у нас из этого получится? Угу. Все-таки решил атаковать. Все-таки решил атаковать. Значит так. Влупляем. Блин, он все на Дедикуруса, что ли, перекинул? Все свои очки действия. Точно. И этот плешивый Дедикурус сейчас нас отдубасит.
Да. Отдубасил. Раз, два, три. Раз. Да ты издеваешься надо мной, а? Он опять все сюда слил. На этого Динотерия. Ну что, ему тут достаточно? Две атаки пронести, да? Четыре, он при своем останется. Все равно он остается при своих. При своих очках. Три очка действия, да? Три очка действия. Раз, два, три. Четыре, вот так вот я сделаю. Ну, атакуй, гаденыш. Прекрасно, прекрасно, друзья мои, все. Теперь-то мы его запинаем. Надеюсь, должны, по идее. Да, должны. Фух. Упал. А, молодец, красавчик. Так, это у нас был второй с тобой поединок, ПВПшный, так что последний. Отыгрываем и, в принципе, все. Так, приз умельца. 60 очков доверия, спасибо огромное. Так, за рекламу можно? Ну, тогда еще разочек. Ну, могли бы и $200 дать, я бы не отказался бы. Так, у нас, по-моему... Да, еще один ПВП-бой нужно сделать. Так, Гуанлунь созрел. Так, давай-ка мы с тобой кого-нибудь прокачаем, потому что у нас по заданию нужно потратить харчик. Да какой ты? Слушай, я, по-моему, припарюсь тогда, тратить. Надо кого-то посолиднее взять. Так, что тут опять? Кто? Давай сами попробуем. Авось получится. Хотя он жесткий чувачок. Или не жесткий, не шиша. Да ну, легкотня. Легче легкого. Я думал, будут проблемы какие-то. Нет. Абсолютно никаких проблем, и сейчас мы его поймаем. Давай, давай, давай. Последняя попытка. Раз, два, три. Все, идеальная поимка. Так, с кого бы тут прокачать? Кто у нас тут посерьезнее такой? Во. Сразу же задание выполнено. Ну и теперь, как говорится, не грех сыграть последний нам с тобой ПВП-поединок. А куда это я сейчас нажал? Куда это я сейчас нажал, что мне все вот так вот показали? Не знаю, куда это нажал. Но мне показали вот именно ту таблицу, которую я тогда искал так долго. Что я хотел-то, блин, ПВП-бой, конечно же. ПВП-поединок, еще один. Так, ну здесь можно, наверное, сделать, знаешь, какой? Кайнозойской против наземной. Бред получится, да? Ну, давай попробуем. Подожди. А, любое животное. Так, блин. А что же вы тогда вот этих выставляете? Ладно, фиг с ним. Возьмем прочную кожу, возьмем альфа и возьмем берсерк. Так, на шару раскидал. Лишь бы сыграть. Апатозавр, Эдиоморфодон и Таниколагриус. Ну, кто бы, ребята, сомневался? Я вот нисколечко, видишь? Одни гибриды против меня. Просто одни гибриды. И все.
слабость. Кровожадность. Да. Приатродон. Потом Деметродон, да, у него идет там. Ну давай ты что-то там юлишь, ерзаешь. Решил все-таки бомбануть, да? Все-таки решил бомбануть. Давай я вот так вот сделаю. О, что-то я ступил, друзья мои, ступил. Он сейчас две атаки сделает, и все. А, мы еще выживем. Две атаки он сделает. Так, ну теперь-то мы можем его, в принципе, наказать. Раз, два, три. И сделать, наверное, вот так. Деметродон. Сколько у него там атаки, наверное, да. Плюс у него вот этот пронзающий укус. Ну, естественно, он одну атаку сейчас сделает, и все. Две. Слушай, две атаки он сделал. Нам, по идее, хватит, да? Должно хватить, чтобы его уничтожить полностью, целиком. Ты посмотри, он все на этого Пеликаниптерикса передал. Все свои очки действия. А это ни много ни мало 6 очков действий. Так, ему надо будет 2 потратить, 4 у него остается. Он 3 потратил, значит у него остается... Сколько у него остается? 2 очка действия, по-моему. Пам-пам-пам. Короче, сделаем с тобой следующим образом. Раз-два. Раз-два. Не забывай, что у нас с тобой еще броня. Так, 7 очков действий, смотрим. Все, ему крышка, ребята. Он нас пробить не сможет, у нас броня, это раз. По-моему, да ведь? Да. И плюс у нас все-таки щит был. В принципе, это нас и спасло. Поэтому до свидания, родная ты наша птичка. Вот и нет Пеликаниптерикса. А Апатозавр выиграл. Молодец. Ну что, мы забираем с тобой награды. Я не знаю, что нам тут сейчас выпадет. Должны быть, по идее, какие-то усиленные награды. Опа, насорказуха, 30 ДНК. Неплохо. И забираем наши награды. Так, карусель верхом на динозавре. Ну вот, друзья мои, как-то так. Поиграли, были свои плюсики, были свои минусики. Надеюсь, завтра я все-таки успею вот это вот допройти, и будет нам круто. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.